Стихия не отступает. На севере Калифорнии масштабный лесной пожар Дикси по площади горения стал третьим за все время наблюдений в штате и превысил по размерам территорию Нью-Йорка. Губернатор Гэвин Ньюсом сообщил, что администрация Калифорнии добилась у федерального правительства выделения дополнительных средств на борьбу с огнем. Тысячи людей эвакуированы. В округе Плумас полностью уничтожен город Гринвилл. Распространению огня способствует сильный ветер и засуха. В зоне риска находятся также 14 тысяч зданий в районе горного массива Сьерра-Невада. По предварительным данным, причиной возникновения пожара Дикси могло стать падение дерева на линию электропередачи. Проводится расследование. В Калифорнии зафиксированы около 10 крупных пожаров. Северную часть штата и западную Неваду накрыл дым от пожаров, в результате чего во многих районах превышены нормативы по содержанию загрязняющих веществ в воздухе.